Новый канализационный коллектор практически готов к эксплуатации. Он протянется больше, чем на километр от площадки стадиона до улицы Демократическая. Трубы проложили на 7 метров под землей. Строители рассказывают, материалы использовали отечественного производства. И по цене доступные, и по качеству импортным не уступают. Новый коллектор будет обслуживать всю инфраструктуру на территории стадиона и другие предприятия города. Эту задачу еще на стадии проектирования перед подрядчиком поставили правительство области и администрация Самары. Был сделан проект сразу с учетом развития дальнейшего города, не только на чемпионат мира, но и в дальнейшие годы. То есть его пропускная способность способна не только обслуживать стадионы и заводы, предприятия, находящиеся здесь, но и дополнительных абонентов. На этом участке, кроме коллектора канализации, будет и новый водовод. Масштабное строительство новых инженерных конструкций финансируется сразу из трех бюджетов – федерального, областного и городского. Все работы шли по графику. Сейчас на участке завершают демонтаж ограждений. Полностью восстановить благоустройство планируют до начала декабря. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.